Это гель с органической серой. Метилсульфанилметан. Такое страшное название, но тем не менее это сера природного происхождения. Сера очень нужна для нашей соединительной ткани, для кожи, мышц, связок, сухожилий, суставов. Это один из самых распространенных химических элементов в нашем организме. Вот это соединение метилсульфанилметан пришло к нам в первую очередь из спортивной медицины, потому что очень давно стали применять разные кремы, мази с органической серой для восстановления опорно-двигательного аппарата. То есть у спортсменов после тренировок, после соревнований, когда есть какие-то микроповреждения, растяжения, связок, сухожилий, да, применялись вот эти средства. Но сегодня эти средства применяются очень широко. Вот эта вот органическая сера применяется не только в уходовых наружных каких-то средствах, но и в биологически активных добавках, потому что сегодня уже понятно, что сера необходима для восстановления вообще всего нашего опорно-двигательного аппарата. Алоэ как раз является очень хорошим проводником и усиливает эффективность этих средств. Применять его можно в самых разных случаях. Ну, в первую очередь, если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Я могу сказать, что когда я прошлым летом ломала ногу, то термолосьон и гель с органической серой – это были мои просто вот первые средства. И вообще сейчас я применяю этот гель. И не только на вот тот сустав голеностоп, который у меня был поврежден, и связки растянуты, наверное, даже надорваны, но и для улучшения состояния кожи, для улучшения состояния кожи, где есть уже какие-то проблемы с венками, венозная сеточка. Можно применять для ухода просто за кожей, там, где она нуждается в дополнительном уходе.